друзья, я рад вам сообщить, что на самом грандиозном молодежном празднике нашей страны президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко! Дорогие друзья, добрый вечер. Позвольте мне впервые в новом формате, с новыми людьми, встречаясь здесь, в центре нашей столицы, приветствовать вас и поздравить вас с великим праздником в жизни. Праздником единственным, который никогда не повторится. С праздником вас! Подходя сюда, я так и подумал, что здесь атмосфера исключительная, и эту атмосферу делаете вы своей молодостью и красотой. Ну а как иначе? Вашу сегодняшнюю эйфорию легко понять. Позади напряженные годы учебы, зачетов, экзаменов, бессонных ночей. Ну, я имею в виду ночей бессонных, проведенных с учебником. А завтра у вас новая жизнь. Поэтому сегодня веселитесь, ну а завтра с новыми силами, к новым успехам. Вы будете уже воспитывать, учить, лечить, строить, развивать технологии, создавать шедевры искусства и еще многое-многое другое. Будете оберегать мир, обеспечивать национальную безопасность. Сегодня момент серьезный еще и тем, что с завтрашнего дня в ваших мощных руках у каждого здесь молодого выпускника, человека молодого, будет частичка нашей Родины. А вместе мы будем держать нашу страну, нашу Родину в наших руках. И как я утром сегодня награжденным сказал, смотрите, это уже ваша ответственность. Не упустите свою землю. Другой у вас не будет. Где бы вы ни были, где бы не учились дальше, нигде бы вы не работали. Это ваше. И свое никому не отдавайте. Вы займете свое первое рабочее место. Вы разъедетесь по разным уголкам Беларуси. И чем меньше будет этот уголок, тем заметнее вы будете. Тем больше будет ваш вклад в историю родной страны. Вы понимаете, на что я намекаю? Нашей уютной страны, красивой, чистой Беларуси, которую мы, безусловно, все любим. Но думать об этом и все планировать будете завтра. Какие надежды мы, президент, ваши родители, педагоги, на вас возлагаем, я сказал сегодня утром, когда награждал отличившихся, сказал всем вам, десяткам тысяч белорусских выпускников, делайте все вовремя. Делайте сегодня, что вы должны сделать. Завтра вы это не сделаете. Потому что новые проблемы, новые заботы, вас захлестнет жизнь, бурная, бешеная жизнь, порой ошалевшая жизнь. И мы ее проживаем вместе с вами, порой не понимая, что происходит. Поэтому надо в моменте, надо делать все вовремя. Запомните, это главное. Сейчас я просто искренне радуюсь тому, что есть возможность подарить нашей молодежи этот праздник в Минске и в других уголках страны. Вообще-то вы своим праздником взбаламутили всю страну. В каждом уголке страны молодежь, но, естественно, за ними, за этой молодежью, взрослые люди, все мы тянемся к этому празднику. Мы его, я сказал, проводим в новом формате. Вы нас очень не судите, если первый блин окажется комом. К
Конечно, в будущем году будет лучше. И вы уже не будете выпускниками, но тем не менее я хочу вас пригласить и в следующем, и потом вместе со своими детишками, выпускниками, приходить сюда и вместе с ними праздновать этот праздник. Получить впечатление, которое запомнится на всю жизнь, найти новых друзей, а может быть и встретить свою судьбу. Хотя, возможно, вы уже все сюда пришли со своей судьбой. Вы молодцы, у вас все впереди. Оставайтесь всегда на волне стремления к успеху. Сохраняйте свое упорство в достижении цели. И пусть эти цели будут высокими и благородными. Еще раз повторяю, при любых обстоятельствах вы видите, умные люди, что творится в мире. Берегите свое. Никому не отдавайте его, приумножайте его. Как бы ни было сложно и трудно, берегите. Потеряете, потом не найдете, не восполните, не вернете. С праздником вас еще раз. Будьте здоровы, отдыхайте и веселитесь. Счастья вам! Благодарности примите цветы и подарки от выпускников нашей страны.